Ну что, ребята, последний плейс и ивент пройден. Ну давайте же его добьем. В этом плейсе нам необходимо попасть на карту с ракетой. Собрать 15 канистр топлива. Когда все канистры собраны, заправляем ракету. Процедура эта не из быстрых, так что придется потратить прилично времени, и чтобы не спалиться и нас не грохнули, лучше отключить фонарик. Когда все 15 канистров влиты в нашу ракету, необходимо добраться до шлюза. Залазим в шлюз, и мы спасены. Первое задание в этом плейсе пройдено. К сожалению, выжил только один. Под конец меня Джейсон все-таки укокошил. Но если вам, как и мне, не подфартило с выжившими, вы можете попытать свою удачу за Джейсона. Играя за него, или за вампиров, или за другую нечисть, вам просто нужно укокошить живых, и тогда вы получите награду. Второе задание в этом плейсе проходит на карте «Замок вампира». Здесь нам необходимо собрать 5 ключей. Если все ключи найдены, открыть сундуки, раскиданные на карте, получить с этих сундуков 5 кровавых кристаллов, а потом все эти 5 кровавых кристаллов ставить в пентаграмму, чтобы открыть дверь. Входим в эту дверь, и в этом помещении есть чеснок, который нам необходимо забрать. Когда чеснок у нас в руках, бежим убивать вурдалака. Вот и все, ивент пройден. Если вам эти все видео были полезны, то с вас лайк, комментарий и подписка, если вы еще не подписаны. Всем удачи, увидимся в новом видео. Пока-пока.